Привет, Леви. Что, так и не вырос? Смотрю, ты не потерял хватку. Тени! Лови! Черт, они читают каждый наш шаг. Кенни, и почему он якшается с военной полицией? Это же Леви из разведкорпуса. Добро пожаловать! Опа. Зараза, такими темпами я потеряю историю Эрона. Ну что за безобразие? Из этого бара явно несет крысой. Давай, выходи, крысёныш. Попался! Сейчас профессионал избавится от паразитов! Бам-бам! Чего? Ну и где он? Здесь я, Кенни. Давно не виделись. Я-то думал, ты давно сдох. Что случилось с убийцей военных? Ты теперь один из них? Порой поступки взрослых детям не дано понять. Ой, ошибочка. До сих пор не верится, что такой коротышка может быть взрослым. Мне было интересно увидеть тебя в действии. Не думал, что все мои трюки ты будешь использовать таким образом. Я же учил тебя, что бывает с загнанными в угол крысами. Куда бы ты ни кинулся бежать, тебя все равно прихлопнут сверху. Слушай, Леви. Ты ведь вступил в разведку не просто так. И я догадываюсь, в чем причина. Нам приходилось выживать в той дыре. Каждый день приходилось бороться за жизнь. Когда мы узнали, насколько велик этот мир, окончательно выбились из колеи. Но мы все же справились. Мы нашли себе занятие по душе, вот и все. Такова суть жизни. Поиск развлечений подогревает кровь в наших жилах. Развлечений? Так снося головы моим товарищам, ты просто развлекался? Да, я готов устилать трупами дорогу к своей главной цели. И ты такой же убиваешь ради выгоды. Да. Стой! Капитан! Возвращаю, спасибо. Стул? Чего? Огонь! Капитан, вы что, погибли? Дура, что ли? Если бы я сдох, как бы я тебе ответил-то? Так, хорошо, приложил. Запамятовал я, что в барах для самообороны оружие имеется. Коротыш уже совсем взрослый. Здорово ведь. А? Чего бы это? Моя мечта теперь еще дальше.